Мусора на всех не хватит. Оля, пошли искать. Пошли. Хочешь изменить мир? Начни с себя. И не надо прямо уж чудес вселенских масштабов. Можно ведь и понемногу, рядом с собой, но постоянно. Каждое воскресенье с утра час чистоты. Делаем город чистым каждую неделю. Кто, если не мы? Ну мы тут, господи, буквально на полчасика. Ну, час, нет, обычно час, да. Мы приходим с 11 до 12. Удовольствие, это не прям, ну... Кто-то себя плохо чувствует, просто так посидеть. У кого-то обстоятельства. Понятно. То есть и общаетесь заодно, да? А как вас зовут? Скажите, пожалуйста, что... Я Татьяна. Виолетта, я. И вы? Я из Казахстана. А это ваш сын, да? Да, это мой сын, да. И вы уже который раз? Ну, мы уже с самого начала. А как зовут вас? Сергей. Сергей. Сколько лет? 17. Меня Лена раза три приглашала присоединиться. Идея меня сразу привлекла. Но время больно неудобное для меня. И все-таки душа не выдержала. Пришла. Да, хэштег сейчас я обязательно сниму. Хочу по болгарским группам разбросать. Отлично. И это вообще ваша была идея? Ну, да. Давно пришла в голову? Вот пятый раз мы уже собираемся, пятое воскресенье. И смысл, вот, то есть основной, какая задача? Чистим кусочек планеты. Да. И вы в Фейсбуке сообщаете об этом мероприятии, да? Да, есть группа, да, почистим Варна. Угу. Да, вы вот весь этот мусор потом складываете? В контейнера. До контейнеров с завязанных пакетов. Вот, которые стоят по, да, берегу, черные. Да? А с мэрией с общиной не пробовали? Да, но вот очень хотим попробовать. И в этот момент я поняла, что каждое мое воскресенье будет начинаться с часа чистоты. В следующее воскресенье погода была пасмурная, но это нас не остановило. Таблички и цветочки даже. А таблички, то есть это после того, как почистили, да, вы ставите, да? И даже вот эти для них стоечки есть. Конечно, конечно, мы их же в землю. Да. А все это готово. Перчатки? Перчатки. Мешки для мусора. Да. Все есть. Все, а это у нас именинница сегодня, поэтому. Да. Поздравлять. Еще. У нас, ну вот, это вам. Да. Давайте. С днем рождения вашей внучечку. С днем рождения внучечку Лилии. Ольга, здравствуйте. А где все? Галина. Добрый день. Отдыхаем. Раиса. Очень много приятно. Данил. Ну и соседям, и друзьям. Ленка, привет. Я тут эту дочь. Закуйте, я захочу. О, и рыбка, да. Русалка щедрая. Традиция. И икра. Да. Без икры. Угощайся, Фанис, угощай. Так. Ну, не сядешь, мы тут сколько будем стоять, да? Ничего себе. Я тут как... А поздравьте, пожалуйста, мою внучку из Новокузнецка. С днем рождения. Давайте все вместе, давайте. 3-4. Поздравления! Поздравляем! Один огромный чувал. Так. Мям. Так, а подождите, сейчас эти у нас еще, знаете... Опять, что ли, готовы? Да. Ничего себе. Нет, давай. Это Слыша, это Слыша, давай я. А, так, Слыша, давай. Даже еще возьмите. Забрите мне. А? Если что, мы к вам... И по пятому, да, по лете. И одна группичка или нет, или досовым ним, там до минерального бассейн. Кубы воды чистим. Там вина сеема. И там мимо наши табелки. И тряпочки, и все тут. В какие заросли-то, дебри вы прям забрались. Вот и мой первый мешок, да, мусора. А вы не знаете, здесь убирали в прошлый раз? Наверное, все
чистенько. Потому что, да, я смотрю, что здесь очень мы же чистенько. Ну, результат, значит, есть. Инициатива просто, вы знаете, какая-то... Ну, дай бог, чтобы очень людям добрая. Понравилось. Да. Что все было чистенько. Знаешь, сколько в море не попадает. Да, да, вот это самая главная идея. Это самая главная идея. Других и... нет. Вот никаких нет обид, там что-то за кем. Да. И очень много мы вот там с одного места возле бассейна убрали одежды. И вот я прям почувствовала, как будто бы земля дышать начала. А я обуви. Потому что столько обуви я убирала там. На первый час чистоты собралось 14 человек вместе с Аней и Стефаном. А на седьмой раз нас было уже больше 50. Радуемся не только солнечному деньку, но и встрече со знакомыми и новым знакомством. Так вы в гости или работать? Работать, в гости. Чистить. У нас все сразу. Правильно, здесь так вот мы... Жалко, что моя кошка не хочет из дома выходить. Надо было Ксюшу взять. Он вообще не такой. Он же лютный. Стефан живет в другом городе и каждое воскресенье едет в Варну. А это часа полтора. Вы как узнали про эту инициативу? Наши знакомые вообще. Сани, да? Да? Сказала. Ну, я присоединился. Присоединились на какой раз? На первый. Прямо он сразу на первый, да? Здорово. Да. Класс. Мне понравилось. Стефан рассказывает о том, что мэрия Варны узнала через СМИ об экологической гражданской инициативе и решила поддержать ее. В дальнейшем обещали помочь и с перчатками, и мешками для мусора. Выделили специальный грузовик для мусора, который будет подъезжать к началу акции. Я думаю, что да, это только начало, да? Потом же, наверное, там будет как что-то будет развиваться и что-то будет дополняться. И главное, что сразу отреагировали. Вот это и есть гражданское общество. Жители хотят видеть чистым город, в котором живут. И проявляют инициативу. Это, я так думаю, а власть, что если люди избранные будут этими же жителями, делать доброе дело, поддерживает то их. На помощь еще и дальше. Так совместно решаются проблемы города. Благодаря. Первый раз пришел. Первый но не постоянно. А за что-то сюда пошли? Чтобы сразу чистить не штату, как бы. Супер. А колку године? 27. 27. А да. твоя двойка-то? Да. Я организатор, кто назвал. Да. Да. Супер. Благодаря ви. А вас как зовут? Ольга. Ольга тоже. Я смотрю, вы первый раз, да? А мы не переписывались с вами вчера. А, это вы мне писали, да? Да. Ого, замечательно. Вот так. А я хотела как раз ходить искать. Думаю, кто же со мной? Ольга спрашивала меня, где место сбора. Вот хорошую полянку мы нашли, да? Супер. Дополним наши мешочки. Как грибок. Ну, как грибы и собираем. Какая ты запасливая. А то. Хватит мусора? Мусора хватит. Ну и хорошо, значит, будет чем заняться. На следующий выходной. О том, что будет дальше с нашим часом чистоты, я вам буду обязательно рассказывать в следующих видео. А какие гражданские инициативы есть в вашем городе? Напишите в комментариях.